Привет всем! Я тут завтрак себе готовлю. Яичницу с помидорами, луком и перцем. Тут у меня кофе готовится, тут уже шашлычок насаживаю. В общем, все идет своим чередом. Что-то мне так за яичницу захотелось. Такую прям вкусняшку. Там мне тортик стоит. Ням-ням-ням. Как вам мой рецептик? Пробуйте, пробуйте, вкуснятина. Ладно, будем дальше кушать. В общем, мы тут собрались, и пока мы едем в нашу старую квартиру, вот, забрать там еще этот газ, ну, в общем, что там, загрузить машину мужа, и кое-куда поедем. Я же вам не сказала, куда мы приехали. Ну, вы, наверное, сами догадались. Да, мы приехали к Тане. Таня нас пригласила с сестрами, с мужем, с сестрами мужа к себе. И вот мы сейчас будем делать барбекю. Танька тут нам уже стол готовит. Чё? Тарелки. Ой, даже пирог какой-то сделал. Ой, ой, ой. Так, здесь такие. Ой-ой-ой, даже Чарли к нам приехал, потом будем купаться, я, кстати, в купальнике. И тут у нас барбакушечка жарится, это вот я шашлык сделала вчера, замариновала в кефире, это Танька сделала, типа, испанский. Таня, донде танто? Это вот тоже мясо. Ahí hay mucho fuego, ¿no? Acá al lado, sí. ¿Y por qué no lo sacas para acá? Para este lado. Танька взяла все в свои руки, плевала она на всех. Да, с большой колокольни. Что там они, жарятся? Вот шашлыки надо было на палки одеть. А один на чем? На настоящие. Не нашла я настоящие, были, вон, кстати. Вон лежат. Так я их уже привезла такие, насаженные. Ай, жарко. А, Олеська дома, что ли? Чарли. Тут хожу Чарли своего ищу. Он к Таньке в огород залез и траву жрет. Ке асес то, ай. Смотрите, жрет траву. Или траву. Ну, Жорик, кушай, кушай. Чудно, я его зову, говорю, где моя собака? Он в огороде. Ладно, мы пойдем, все ждем. Ой, мы уже тут, смотрите, как играется. Это вот маленький щеночек сестры. Ему 4 месяца, по-моему, или 2, или 3. О. Мы уже в бассейне накупались. Сейчас будем чай пить. Жарко было так, а сейчас ничего, нормально. А вот смотрите, у ребятишек тут этот дом на дереве. Мама им построила. Прикольно. Чарли, кересава? Вот, все, играется. Aquí, agua. Вода? Agua. Так, Кера? Чикитина такая, ты классный. А это моя маленькая рыбка. И ты рыбка. Базарим, короче, сидим, отдыхаем. Обожрались все. Как не знаю кто. Ну ничего, сидим. Мы тут сестру привезли, смотрите, она живет вот такой вот. Медузы есть. Опять второй год. Второй год, говорю, второй день. Видите, флаг висит, что медузы и желтый, что волны. Тут она живет. Тут вот Бернадера начинается. И она живет вот в этом. Я, кстати, в прошлом году, когда встречи сюда приезжала, делала видео. Вот в этих вот домиках она живет. Хотя для меня там прохладно, он там улегся и лежит. Оттуда контор будет снизу. Только
только зашли домой, пить так хочется. Я, как всегда, маракуйи привезла от Тани. Вот у меня тут целое это. Там еще рассыпано на ужин мне. Вот, а сейчас хочу сделать себе лимонад. Лимонно-апельсиновый. Вчера специально для этой цели апельсины купила. Блин, вот эти уже надо в холодильник класть, они уже созрели. Ой, Танька, мне там сообщение прислала. Эти уже гнить начали, пипец. Вот, буду сейчас делать такой вот. Надо все это сейчас спрятать в холодильник. Возьму два апельсинчика и один вот такой лимончик. И буду лимонад. Все это размелю, выжму сок и разбавлю с водой. Будет такая вкусняшка у меня. И со льдом. Состояние не стояние. Прям так спать охота. А еще я себе постель меняю. Видите? Отнесла подушку. Подушки сушиться наверх. Пускай сушится, чтобы высушились все. Уже вечереет. Ой, собака там, гляньте, какой. Так на меня смотрит странно. Ну, он не гавкает, ничего. И вообще не слышно. Более слышно его хозяев. Ночами. Чем собаку. В общем, пойду подушки брать, убирать. Они там уже, а то, знаете, скоро царевать будет. Влажность ночная. Вот уже луна вышла. Кстати, уже не так жарко. Видите, вот это вот пятнышко, это луна. Хорошо уже так на улице. Тут надо уже все подметать. Эй, ты чё? Ты чё? Ты тут? На улице так прохладненько, хорошо. Вот, тут уж почти дом отстроили весь. Быстро как. В общем, идем за подушками. О, свалилась, посмотрите, одна подушка свалилась. Тут вообще небольшой ветерок. Блин. Ну и что, она тоже тут посушилась. Блин. Ой, она такая горячая. Что, горячая, что ли? Ой, такой пол горячий вообще. Подушка такая горячая. Цвет настроения синий. Блин, вот песня дурацкая в голову зашла. Ой, как хорошо, прохладно, вообще супер. Вот так сушу. Я люблю спать на перьевой подушке. Вот это, видите, у меня перьевая подушка. Я ее специально еще в один чехол вот такой запихала, чтобы перья не лезли. Может, в Икее посмотрю себе новую. Мне бы ее пора бы уже заменить. Там какие-то тучи непонятные. Медузы, заразы. Все пляжи в медузах. Что-то какой-то этот год... Уже знаете, люди что говорят, что всякие вот эти аквапарки специально выпускают медуз, чтобы к ним ездили. Ой, на это. Ну, к ним в парке, в аквапарке ездили, а не на море. О чем, может быть и правда, фиг его знает. Вот, так вот. Блин, прищепки вот так открытыми нельзя оставлять. Знаете почему? Потому они от солнца все ломаются. У меня уже их столько поломалось, что мама не горюй. Этой машинкой тут, которой я почти не пользуюсь. Я то внизу, как снова привык. Вот волкодав какой там у нас стоит. Ну почему-то его так жалко, бедненький. Ладно, буду переключаться, а то мандыкнусь. Отсюда полетишь, так полетишь. Мало не покажется. Бедненький собачка. Знаете, никогда не понимала любовь к футболу. Вот не понимала. Время 10 часов 11, мой муж пошел в футбол смотреть в какой-то бар. Кто-то там играет, даже понятия не имею, кто играет. Это 2 часа. Вот, он все пытается мне тут говорить, давай с тобой, типа, купим этот футбол на дом. Я говорю, ну и нахрен он нужен. А вот. Во-первых, дома, ну, как бы, ему неинтересно его смотреть. Не с кем обсудить, скажем так. Я вообще в футболе ноль. Я вообще не понимаю. Сколько там, 12-11 человек бегают за одним мячиком. Хотя я, когда была маленькая, ну как, в школе училась. Ой, телефон забыл дома, кстати. Сейчас пойду крикну, что телефон забыл.
Забыл дома телефона. Без телефона сейчас и не туда, и не сюда. Ой, еще ключей нету. В машине в другую забыла. Голова дырявая. Свет не там ключи. Вот, представляете, это же надо как любить его, этот футбол. Вот, в детстве я, кстати, играла в футбол. Правда, выглядело это очень смешно. Почему? Потому что у нас в классе было всего 3 человека. Вы представляете, я много раз об этом говорила, что у нас в классе было 3 человека. 2 мальчика и я. Ну и вы представляете, как можно играть втроем, ну вчетвером, с учителем физкультуры еще. В этот футбол это было что-то, конечно. Я не любила никогда вставать, так как я была всегда круглая, меня все время ставили, и девочка, меня все время ставили на ворота. Я так не любила это вообще, ну там неинтересно. Потому что, ну, 3 человек просто бегали за мячиком, и им было не до того, не для забивания голов, а просто чтобы отобрать этот мячик друг у друга. Вот, ну, чтобы вот так вот ходить на него, да, вот каждый день. Потому что в Испании футбол, он практически каждый божий день. И еще платные каналы. Вот, и он все мне говорит, давай купим, типа, платный канал. Я говорю, не надо. В принципе, он и стоит-то дешево, 5 евро всего, но не надо мне еще. Не бесплатных каналов хватает всяких спортивных, чтобы еще и за платный платить. Ну, его нахер. Так что вот такой вот у нас день. Завтра кое-что намечается. Не буду говорить что, потому что вдруг не получится. Ждите, подписывайтесь. Вот, будем с вами прощаться. До завтра. Всего вам хорошего. Надеюсь, что вам понравился сегодняшний день. Завтра тоже, говорю, кое-что намечается. Всего вам наилучшего. Подписывайтесь. Спасибо, что подписаны. Лайки, комментарии. Все очень приятно. Пока-пока.